Улицы с рекламными щитами, которые не мешают участникам дорожного движения. На фасадах многоэтажек нет безразмерных баннеров, приглашающих куда-то сходить, что-то купить или чем-то воспользоваться. Идеальная картина пока только в планах. Однако 39-й федеральный закон позволяет привести в порядок все то, что многие годы происходило в сфере наружной рекламы. Это треть специалисты мэрии Черкесска организовали в начале текущего года по улицам Первомайской и Кирова. Собственникам строений и владельцам коммерческих организаций было предписано в течение месяца устранить выявленные нарушения, удалить незаконно размещенную рекламу, либо документально подтвердить, что их конструкции согласованы с городскими властями и собственниками жилья, если речь идет о многоквартирных домах. В большинстве случаев предприниматели не торопятся выполнять федеральный закон. Возможно, надеются на авось. Однако шаг за шагом работа городского отдела наружной рекламы, поначалу не столь заметная, помогает придать улицам региональной столицы куда более презентабельный облик. Не захотели убрать сами, удалением баннеров, щитов, растяжек займутся те, кому это положено по роду деятельности. Если я не ошибаюсь, вам выдавали предписание, потому что люди, которые сейчас пришли, они работают уже по предписанию о демонтаже. Да. То есть до этого было выдано предписание, что вам надо самостоятельно демонтировать, либо согласовать этот вопрос с мэрией. Угу. Был такой? Да. И вот это, видите, обведенное? Да. Это какое? То есть по 35-й. То есть по этому адресу раньше была стоматология. Вот она сейчас. И вот так выглядело раньше. Да. Некоторые собственники организаций и рекламных конструкций самостоятельно убрали то, что ранее установили без согласования, как в данном случае. Людям подробно объяснили, каковы правила размещения сооружений и почему лучше сначала получить одобрение проекта и лишь потом его реализовать. Теперь это понимают и те, чьи магазины на какое-то время осиротели без рекламы. Осталось научить людей не расставлять на тротуарах раскладушки, поскольку они мешают пешеходам. Я была не стояла, и еще тогда это было. Но люди не стесняются, обратно повторяют. Реально люди идут, спотыкаются. Наведение порядка в сфере наружной рекламы – необходимая процедура. Да, в короткие сроки привести все в соответствии с законом нереально. Однако многое уже изменилось в лучшую сторону. И эта работа будет продолжена. Артур Мехцемиха, Каракелян. Итоги недели.